На территории Славянского района стартовала краевая акция «Елка желаний». В рамках нее каждый может почувствовать себя Дедом Морозом и приготовить подарок ребенку. С подробностями наши корреспонденты. Новый год с трепетом и надеждой на чудо ждет каждый ребенок. Для детей это особый праздник – день осуществления сокровенных желаний. Дал старт благотворительной акции в торговом центре «Малыш» глава Славянского района Роман Синеговский. Мы должны с вами проявить милосердие, частичку добра своего, наверное, любви к нашим детям, которые сегодня нуждаются в поддержке, в помощи. Это, наверное, одинокие семьи, дети, которые у нас сегодня по сложившимся каким-то обстоятельствам попали в больницу. Они нуждаются в нашей поддержке. И также хотят получить подарок к Новому году. Поэтому я вас прошу всех поучаствовать в акции «Елки желаний». По возможности приобрести подарок. Вот 200 наших детей, они ждут наших подарков. Исполнить пожелания детей в день открытия акции пришли руководители предприятий бюджетной сферы, сотрудники администрации города и района, главы поселений и предприниматели. Ведь стать волшебником или Дедом Морозом так просто. Нужно всего лишь снять снегиря с елки, купить игрушку и передать волонтеру для вручения ребенку. Стараюсь всегда участвовать в этих акциях, потому что это... радость – это добро, это сказка, прежде всего, для детей. Они верят в чудо, верят в сказку, верят в то, что желания исполняются. Поэтому пусть эта вера у них продлится как можно дольше, пока они будут детьми. А мы со своей стороны делать все, чтобы это было действительно так, сказка. Принять участие в акции может каждый. Новогодние елки желаний выросли также в магазинах «Веселая карусель» и «Бегемотик» по улице Ковтюха, 150. Там одними из первых поучаствовали в акции председатель районного совета Григорий Литовка и глава города Славянска на Кубани Александр Коновалов. Я вам благодарен, что вы сегодня пришли и маленькой своей долей поможете деткам, которые в этом нуждаются, быть уверенными в жизни, счастливыми. Поэтому спасибо большое. Настольные игры, машинки и куклы, мячи, энциклопедии. Эти и другие подарки скоро отправятся к своим маленьким хозяевам. А радость, искрящаяся в глазах детей, станет благодарностью для каждого неравнодушного человека. Благотворительная акция продлится до конца года. Дети верят в сказку, в доброту и чудо. Пусть в преддверии новогодних праздников чудо случится в жизни каждого маленького жителя Славянского района. Тина Копачевская, Александр Косицын, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События».